что радио «Няня» была воистину прекрасна, и нам остается только аплодировать ее замечательным ведущим. Находятся такие администраторы, которые за твист могут вас удалить с площадки. Или написать в местком по месту работы. Или еще хуже, в витрине «Не проходите мимо» повесят фотографию танцующего, а снизу подпись: «Помни, тот, кто танцует твист, тот тунеядец и империалист». Что делать? Есть предложение? Есть выход. Если к вам подходит такой администратор и запрещает танцевать твист, вы говорите: «Это не твист, это новый студенческий танец, каждое движение которого символизирует славный труд нашего студента». Натирку полов в общежитии по принципу самообслуживания. Вот так изо дня в день над книгами сидят наши студенты. А так наши студенты работают на целине. Вот так наши студенты следят за полетом спутника. Они относятся к тунеядцам. Этот танец, между прочим, мы танцуем дни и ночи, но он понравился нам очень. Мы совсем не виноваты в разговоры и советы. А пока танцуем это, ведь другого танца нету. Мы совсем не виноваты. Комарово – это дачный поселок под Ленинградом, где, как в московском Переделкино, находится писательский дом творчества. Долгие годы в Комарово жила Анна Ахматова, а известным это местечко сделалось благодаря легкомысленной и оптимистичной песенке. Скажете, обидно? Уверяю вас, ни капли. На недельку до второго я уеду в Комарово поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. И на море буду разом кораблем и водолазом, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарово, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарово, где качается на дюнах шереметьевский баркас, и у вас в карельских скалах на общественных началах, если только захотите, будет личный водолаз. На недельку до второго я уеду в Комарово, и у вас в карельских скалах недельку до второго я уеду в Комарово на воскресной электричке к вам на краешек земли. Водолазы ищут клады, только кладов мне не надо. Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли.